Марина, скоро родится второй ребенок. Уже была отсрочка по учебе. Хотела спросить, можно ли еще отодвинуть срок службы? Или второй ребенок не дает таких поблажек? В этом плане законодательная база не изменилась. Те виды отсрочек, которые имели место, они практически остались. Отсрочки предоставляются ребятам, которые проходят очное обучение. Отсрочки мы предоставляли ребятам на весенней комиссии, тем, которые завершили обучение в средних специальных учреждениях и имели полное право поступить после сдачи ЕГЭ в высшее учебное заведение. Ну и, соответственно, по медицине. При наличии двух и более детей человек имеет право на отсрочку от службы в рядах вооруженных сил. А относительно того, что мама одна или папа один, как таковой отсрочки нет, но мы идем навстречу, согласовываем вопрос с военным комиссаром Приморского края и предоставляем этим ребятам службу вблизи дома. Это уже в течение многих лет мы эту тенденцию проводим. Ребята остаются служить в Приморском крае.